Опа, Осборн зеленый. Ха-ха. Подозрительно. Очень подозрительно. А чей звёрт рыжий? Желтый. Я сейчас... Нет. Есть желтый, а есть рыжий. И это Чейзер. Нет, Чейзер желтый. Это разные люди. Конечно, разные. Только желтый никогда не ливает. А давайте каждый выбирает сразу, нет? Давай. Давай свободный выбор, без проблем. Какие проблемы? Так. Ясно. Ясно. Не будем тыкать пальцем в жулика, да, Чизер? Потому что его здесь нет. Да. Жуликов это не жулики. Зажулим жулика перед жуликом. Не воруй. Выбирай, мы не будем воровать. Договорились, Чизер, грибы не воровать. Парни, правило не качания бараков я отменяю, потому что сейчас вы увидите почему. Я не хочу, чтобы в самом начале. Кто понеслись? Чего? А, увидите, понятно! Надо сделать игру более веселой. Это не я, кстати. Это меня. Опять сурф, да, Топлер? Опять сурф. Понятно. Это слева кто-то. Пушьте того, кто слева. Пушьте левого. Стоп, это он делает. Эх, как скучно жить. Эх, жизнь это моя бандитская. Пушим Чейзера, короче. Все дружно пушим Чейзера. Угу. У него вон там на базе... Смерть какой-то издалека, так сказать. Вы сейчас еще кое-что увидите интересное. Произойдет в ближайшее будущем. Угу. Ну, посмотрим. А, порталы, что ли? Кажется, кто-то сейчас порталы будет делать. Порталы живые. О, сейчас будет жопа. Чтобы у меня не разрушились бараки в начале, я их, ну, скоро буду качать, реально, потому что иначе меня снесут их. Я же говорю, что такое безумие. Извините. Да. Знаешь, безумие это качать одну и ту же штуку. Ты ж меня знаешь. Класс. О, понеслась, ребята. Отлично, везет, что не у меня пока. Понеслась. В центре. А где еще порталы? По центру чисто все. У меня снизу и вроде это слева. Нет, не точно. Ну, слева это у меня, да. Портальчик один открылся. Ну, не такой уж. Хотя, блин, больно. Неприятно, так это точно. Неприятно. Приятного в этом, грубо говоря, мало. Короче, тактика Галактика. Как? Криокид и Осбанд. Качайте себе бараки, которые тут на Чейзера. Ну, да, 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 послушайте его. Стрельни через 190 секунд. 190 секунд осталось, вы подумайте. Вы подумайте, обдумайте свои действия. Вот, а Осборн качает тоже левый барак, чтобы убить Чейзера. А потом да уже у нас классная комбинация. Мои плюхи плюс порталы постоянно. Это уже классная комбо. Сейчас будем гореть в огне, так сказать. Никто троллинг у троллей еще не брал, случайно ли? Я брал. Брали уже. Чейзер, самый первый кат, который мы делали на запись. Не, сейчас не брали. Было бы классно, если бы все взяли троллинги, вот эти вот всякие приколы. Порталы, троллинг, плюс плюхи. Вообще просто взрывная катка была бы. Ну, давайте устроим так, ну, выбор свободный и все так возьмем как-нибудь. Вполне себе можно будет попробовать. Наш город осаждают враги. Вполне себе можно будет. Довольно будет весело, мне кажется. Так, сколько там? 120 секунд. Ну, еще 2 минуты пожить можно. Нормально. Так. 300 секунд сама перезарядка. Ну да. 300 секунд жизни, а потом... Пью! Полетело. Я зря взял порталы. Почему? Бомбит, так всех портал нас бомбят, плюс твои плюхи. Плюс твой же портал тебя бомбить сейчас будет. Твой же портал пошел тебе на мид. Да-да-да, в этом ты прикол, что порталы, они могут тебе поднасрать. Я имею в виду, что Чейзер самый сейчас, ну, долгоживущий пока что. Пока что, да. Но это пока что. Все может измениться в любой момент. Потому что
он... Мне было слышно? Нет. Да. Мне было слышно? Нет. И я просто молчал. Вставьте сюда любое слово, просто вот и все. Это то, кто такой Чезер. Ничего не понял, но очень интересно. Так. Чезер — это стример? Возможно, но нет. Любое оскорбительное слово. Мой просто. Мышь? Чезер — это сморг? Каких пор сморг оскорбления? Ты чё, не уважаешь лучше? Ты чё, против сморгов? Я не понял. Так, а ну-ка, да, навались попал на него, он против сморков. Ну-ка, все мужики в деревне, зеленые, большие, бородатые, зубатые, вперед. Ты вообще этот жулик, поэтому... Я зеленый жулик, я ворую по зеленым. Угу. Был бы ты зеленым, а не рыжим. Был бы бы ты человеком, Абема. Чезера надо пушить, реально. Да, но не надо, надо, но не надо. Зачем? Не, я согласен с мнением, что Чезера надо пушить. Кушать надо мне, надо, да, кушать надо, а то я массу потерял немножко. Кушать надо всем. Так. Кушать пух. Уже щупальца лезут, ничего себе. Ну так, второй портал, там с каждым порталом новые ребята вылазят. Ну, как сказать, ребята. О, летит! Озбан пошел, гляну, барак начал. Ой, хорошо-то как. Вы тоже так делаете, а? Не, лучше так не делайте. Буду делать, буду. Лучше вот так буду. Не делайте. Это плохо может для вас кончиться. Если вы не прокачаете бараки, ваш портал сожрут. О, то что вас подкачнул барак, меня как бы это толку ноль, потому что там портал открылся. Сейчас все там поубивает пустота. Все войска. Ну ладно, можно еще немножко пожить получается, классно. Так, я, пожалуй, прокачаю себе фортификацию. А, вот и щупальца поперли, да, неприятное дело. Да классно, потому что пустота пошла валить как раз-таки вон, Озбанда. Войска. А, так он у него на базе щупальца. Ох, ей-ой. Оу, май. Как интересно. Ивл, я прокачал в себя второй уровень. Как обычно за эльфов. Не, ну а чё? Не, ну а чё? Сейчас он бараки все поднимет, просрёт их и будет круто. Только я всегда... Здоровья не будет. Заткнись. Я всегда беру за эльфов элитных охотниц. Которые типа при смерти охотниц, то есть... Ещё одна плюха. Да не, вряд ли, ты ещё поживёшь. 10% что она воскресится. В виде нового юнита, не осадного. Так, а сколько портал по времени действует? Секунд 60 где-то? 120? То есть он меньше, чем 30 секунд живет. Он насколько я помню. Живет, по-моему, нет? Ну, где-то так, я же говорю, он где-то в секунд 60 или 120 живет. Но он, ну, для 60 слишком мало. Он где-то 2 минуты живет. Тут просто на дим не таймера, ничего нет. Я вижу, что он слева справа поджимает. И успокойся. А что я? Я ж тебе даже барак не грейдил. Опа! А кто-то в меня потерял... грейдит бараки. А, захотел нейтральное, я думал, потерял центральное. Не, это он там грейды начал делать, крякит меня. Вот мышь. Вот мышь, я? Не, не. Неплохие господи. Он не мышь. Он крыса. Он человек, в отличие от тебя. Я нормальный, здравомыслящий жулик. Ой, опять портал открылся там же, ё-моё. Нормальный. Да-да, вот видите, ой, в пустоты уже призраки попёрли. А, не, подожди, они были. Их стало больше просто. Призрак пустоты всегда были. Да-да, не, просто их стало больше. Чезер — актуальная информация. А главное, быстро. Там от Озбанда ко мне войска будут идти вообще или нет? Потому что мне надо, чтобы хоть кто-то убивал эту чертову пустоту. А то она мне барак грызет. Не надо. Озбанд, не грейдь пока барак в Чейзера, и вообще останови там производство. Были... Вы глядите, что вот происходит у меня на базе вообще? Видите, что происходит? Как же весело-то у меня! Озбанд захватил... Озбанд! Я тебе говорил, уже давно. Ну ладно, пиздим у меня пустоту, я не против. Да, да, господи, ты... Качай тоже барак, обязательно еще тебя сожрется. Здоровье сожрется. Сейчас именно... Сейчас... Ребят, тут как бы не я ваш главный противник сейчас, а пустота больше вас кушает. Регенерация повышена, отлично. Так, можно пожить. Да.
у кого сейчас будут ауры регенерации зданий в башне, то ты победил. Точно! У эльфов на втором уровне форта есть возможность выбрать реген всех ручных юнитов плюс 6 секунд возле базы. Ну юнит это немного не то. У меня есть веский повод копить 1500, у меня есть уже 30 суммы. Блин, а порталы-то отстанут сегодня или как? Портал это не что, вот я сейчас себя точно стукну. Да, я вижу. По-моему, на 30-й уже минуте пойдут эти твари пустоты, которые... Да, весело ты, конечно. Просто на крысу все сделал. Ну смотри, жди, жди, к тебе прилетит сейчас. Портальчик один. Отлично, отлично. Сейчас портальчик один прилетит к тебе, Криокид. Будь тебе весело. Это, обратите внимание, к Криокиду ни один портал пока не прилетел. А, вот и первый. А вот и первый. Ну я не накаркал, я правду сказал. И был аж залагал. Кто за портал? Не берите их, Ива отлетает. Ива, не надо. Он шокирован. Так шокирован, что аж комп завис. Все, ливер синий теперь. Все, проклятие ливера зеленого развеялось. Ливер синий. Ну, по сути, да. Надеюсь, отлагает. Ребята, сейчас же зима. Ливер синий, не зеленый должен быть. Давай, Ива. Ну все, раз он даже с нами в Дискорде не общается, это все. Он обиделся, просто его запушили. Он просто рейдж квитнул. Сколько раз с ним играл, ни разу проблем соединений не было с ним. Подозрительно. Вы, может быть, в сговоре? Ну, прощай, Ивил. Вот подождем еще, нет? Постановка масс-ракет автоматом делает врагов союзниками против тебя. Ну, частично да. Но просто тут портал и топлер, поэтому порталы опаснее моих ракет. Ох, ливер синий! Ее! Дождались мы момента, когда у нас это сменило. Сейчас будет синий тащить. Кстати, да, сейчас бот на синих будет жестко делать. Как будто ливнул, не знаю. Не, почему? Синий, синий. Нет, красная надпись. Evil, Evil Lord. А, ну да. Но именно ливер синий у нас. Ла, проклятие снято. Блин, а была бы у меня ульта, я бы отбился. А у меня ее не было. Обидненько. У пустоты защита дивайн, божественная. Это как так вообще? Да. Они создание дьявола, сатаны, а у них божественная защита. Они защищают за счет дивана. Да, диваны. Святой диван, не слышал о нем. Причем у меня орки скверны, они вроде бы должны быть с хаос-атакой все, но что-то... Это просто традиция моего провайдера. Каждый вечер брать такой топор и кабель. Ножницы, ножницы, по металлу. Да, хватит на сегодня интернета, как говорится. Ну, ты благоприятно, так сказать, развенчал, просто взял и просто аннигилировал проклятие ливера зеленого, теперь у нас ливер синий. Просто поменял стихию. Да, как цвет поменялся, но суть-то осталась. Портал ты все еще ливер. Кондор пропал. Этот портал уже бесит. Да, он довольно бесячий. Есть меня такое. Портал чуть не снес барак. Портал очень бесячий. Способностью можно хорошо фигарить. Так, там и плюхи хоть вот как-то вам урон наносят или уже нет? Опять? О, опять, там же опять, класс. Вот это веселье понеслось. Так, герои, да? Надо Великую Инквизицию звать на стрелку. Hello. Сейчас синий тащить будет. Вполне возможно, там же бот теперь. А, точно, забыл? Какие боты здесь жесткие. Да, боты жесткие. Они намного лучше играют, чем мы. Я, ну, по сути, под ноль тоже тактики играют. Улучшение. О, это прикольная штука. Надо было вроде хономов. Ну, они прикольные, кстати.
уничтожить коммортирая меня, кабздец! Нормально там. Ой, да, там. Хорошо, пустота поперла. О, хорошо, что они не отстало. Блин, а больно-то как? А, у тебя, защитная прослойка. Да у меня ульта есть, если ничего. Что. Но пока в ней не... А, герой пошел. Ни хрена себе. Тоже ты интересно. Зачем ты взял этот портал? Кто тебя просил? Классные порталы, что ты? Вот у тебя, кредит, не было порталов? И ты такой, да, нормально, буду чейзера пушить. А как тебе порталы пришли, так сразу... Ой, какие плохие порталы, плак-плак. Вот такие вот они. Нехорошие. Слушай, что тебе нужно? Порталы опасные, как видишь. У меня листопилка есть с той стороны, которая меня подхилила чуть-чуть. Угу, конечно. Выпускайте героев только когда портал открывается у вас. Очень помогает. Опять там же, еее. Ну, теперь крякиды с другой стороны. Круто. У меня, кстати, хорошо, что у меня портал открывается с той стороны, где у меня уже нет барака. Нечего ломать, все и так сломано. Блин, дефайте вы барак. Барак, дефайте, идиоты. Не дефайте барак, сломаю. Капец, там народа выпустил, с ума и сойти можно. Когда споискрю? Тогда, когда у меня будет желание, пионер, дружище. У меня все по желанию идет. Если у меня нет желания, то и стрима не будет. Нафига мне стримить то, к чему у меня нет желания. Какая плюха, чезер, блядь. И настроение. У меня через 40 секунд плюха прилетит. Но вряд ли он что-то убьет. Сколько он там носит хотя бы? По 600 урона вроде. А, да нет. Не, оно ничего не убьет, оно слабенькое, это надо качать. Но оно дорого стоит, я сейчас не могу такими деньгами раскидываться. Тебе надо раскидываться деньгами. В манореген. Наш город осаждают враги. Надо немножко качнуться. Мне бы как-то переагрить героя наверх. Но это практически невозможно. Крикидом там всяким. Не надо никого. Блин, минус вышка. Класс. Ой, май гэд, бэр. Не, ну сейчас портал... Меня тупо сейчас портал уничтожит. Все. У меня тут с центра пришли драконы пустоты и сверху еще, классно. Мне бы сейчас, чтобы немножко пожить, надо, чтобы следующий портал открылись не у меня. И тогда я немножко поживу, но немножко только. А, еще снизу крут урод. Да-да. Все минус барак. О. Ну, порталы пустоты, это, конечно, фан и веселье. Так они могут и тебя поднасрать из союзницы. Потому что порталы, они... Ну тут драка идет тупо... Блин, все там же, ё-моё. Потому что драка идет в основном с порталами. Чёртова мать её пустота. Заметили, в центре вообще никто не дерется. Там тупо одна пустота. Ёкарный налево. Меня сейчас пустота сожрет просто. Огонь! А, не могу стрелять! Твою мать! Точно 1000 надо накопить каким-то раком. Ну вышку сейчас уничтожат, будет у меня деньги. Это из позитивного. Капец. Да у меня по КД портал открывается. Мне жить не дает этот портал. Хоть и снизу открылся. Не, снизу не надо. Снизу у меня там и так барак полуубитый. Шмудобитый. Блин, как же больно, а? Эти твари пустоты делают. Просто по моему нежному бараку бьют, а? Барзаку. Так, все, да? Фу, более-менее отбился, капец. Не жрет черная дыра. Ушел в центр, а портал стоял сзади. Нормально. Так бывает. Нет.
Блин, с одной стороны портал, с другой стороны чертовы орки скверны, которые этот долбанный портал и открыли. Мы тут еще Салли Уайтман херней занимается, бегает туда-сюда по лесу. Так, портал хоть закрылся. Ну толку от того, что он закрылся. Кому? Мне. Таня вряд ли. Это мне, это ты глянь у меня, что происходит. А, ты не видишь, наверное. Это ко мне эльфы пришли требовать деньги за вордеров. Кстати, эльфы сейчас победят. А, не, ну у них там пустота веселится. Нет, тогда Озбан победит. Это у них умер тут Арава. Вы не представляете, что у меня сейчас быт? Я выписал героя бараки, у него под носом были куча врагов, он побежал на противоположную сторону. Он в центр это побежал, да? Вообще? Так, фу, ну я немножко живу. У меня один барак, и одна вышка, и одно, и главное здание. Все. Все уничтожили. Охренеть. Серьезно? Да, у меня одна вышка, один барак и главная база. Все. Вот просто это аннигилировали мне все. Если там великая орда придет. Меня в основном пустота уничтожила. Не герои какие-то, а вот тупо пустота одна. Развалила. Тебя же не бомбардировали, как так-то? Ну, это вот карма. Так. У меня по КД открывался портал на базе на моей. На одном и том же месте, постоянно. Вот так меня и убили. Хотели запустить церковный налог? Понимаешь, у меня на одном и том же месте постоянно открывался портал. И он меня сожрал барак. Мне, по сути, портал барак сожрал. Второй барак съел мне Осмонд, а вот центральный барак у меня сейчас живой. Но это временно. Ай-яй. Да-да. Кыш отсюда. А, там этот Утер светоносный прибежал. Ну, давай тут Гарритас прокачать себе уровень хотя бы до второго убийством этого светоносного. Блин, он еще хилится, вот сволочь. Да-да. Ну, еще подкрепление пришло. Ну, оно такое, поменьше, чем то, что было. Утер, проклятый. Блин, проклятие, Утер. Ну вот Гарритас прокачался нормально, до третьего. О, так. Сейчас будет. Опа, война. Порталс, инкамен. Инкамен, блин. Вот инкамен, инкамен. Просто понимаете, порталы пустоты это пятый игрок по сути. Это просто вот пятый игрок, который идет и всех убивает. А что у Хрейкида там сейчас? Ничего. У него вообще отлично, у него только один барак снесли и все. Больше с половиной горит. Мои плюхи там вообще летят? Да, летят вроде. Только они, наверное, так мало урона дают, ну да. Качнуть бы, чтоб по 1200 урона уже летело, а не по 600. Да, надо бы. Пока порталы у меня не открываются, можно и качнуть. А, хотя, смотрите, бота там сожрали существа пустоты. Да, портал тупо сожрал бота. Я думал, бот победит еще, а его тупо сожрали. Ой, я ману себе отрегаю удовольствие, весело. Не то чтобы я был сильно против. Наконец-то облегчение. Здорово, 411. Эх, больно. Так, капец, а что так много урона? А, прокачка на 4, тогда да, тогда все понятно. Прокачка урона на 4 осадных орудий, охренеть. Еще не осталось. В центре, блин, ай, блин. Мужики, да не туда вы идете, базу дефайте, дебил. Блин, они тупо мимо проходят, вот нахрена. А золото за убийство этих порталов дается вообще? А хрен его знает. Хороший вопрос. Не дается, потому что сейчас. Очень медленно идет золото. Наверное, не дается. Я бы не давал. Потому что можно было бы нафармить очень сильно много. Жаль, заблокировали смайлпок. Да, кстати, очень жаль. Это вообще самое тупое, наверное, что сделали на Твиче. Ну, помимо того, что запрещают некоторые слова говорить. За что могут забанить. Вот смайлики банить, это ну вообще тупость тупости. Ой-ой-ой. Ну, забанили. Ой, портал открылся там, где у меня барак живой. Ну за что? Да за что? Не надо копить на возрождение воинов, блин. Ребят, у меня плюха уже второго левела, если чё. И у меня теперь 1200 нет, урона. Пусть меня уже фейверт. Серьезно? Да. Да, пусто. Наш город меня! Чёртова пустота!
А кого еще пустота грызет? А, ну, Ливера синего, понятное дело. И все, да? Ничего, меня только пара башенок отлетит. На башенок отлетит. Не время для игр. Так, пора героя выпускать, потому что это какой-то трындец, что у меня на базе вообще происходит. Охренеть. А ульты нету. У меня справа куча синих наступает. Ащ! У меня нет. Капец. У меня пациент. У меня на базе просто какая-то жопа происходит. Нам прям. Просто какой-то трындец. У меня на базе. Мне бы сейчас ультануть, но у меня она в КД. А, еще и Озман пришел. Ва, прекрасно. Если вы хотите узнать, что такое фраза между молотом и наковальней, посмотрите на мою базу. Ты набрал насчет нового видео о короне. В смысле набрал? Все базы посмотрите. Посмотрите на мою базу, как же там прекрасно. Там просто все разноцветное, все есть. И со всеми дерутся. Вот ульты бы мне сейчас, конечно, было бы вообще классно. Но ее нету. Я бы сейчас так эту толпу бы развалил, но не. К сожалению. Ой, как же я обожаю, когда дешевый есть прокасты. Ну да. Так, какого жанра эта карта на 5 человек? Ой, а хрен знает. Я не в курсе. Блин, ну будет у меня вообще ульта или нет? Что-то он так долго в КД, охренеть. Вот это просто снести. Не, кажется, это все. Ой, еще и портал снизу. О, они переагрились, главное. У меня главное здание 60 хп. А, не, все. ГГ. Бэм. Ой-ой-ой, это чудовище пустоты появилось, твою мать. Охренеть. Там у меня на базе просто жесть какая-то. Я же говорю, у нас пятый игрок появился. Это называется пустота. Просто пятый игрок. Всегда появляется в ненужный момент. Там русская озвучка для танка сделали, у них появилось больше актеров озвучки китайской. А, насчет русской озвучки я знаю, я в курсе. Я даже знаю того человека, кто сделал озвучку. Это же Хаубибен сделал ее. Он же делал озвучку некоторых юнитов для мода для генералов. The End of Days называется. Я же там тоже одного юнита озвучил. Так что насчет озвучки я в курсе. Да. Не Хаубибен, Хаубибен или как-то так он у него ник звучит, я не помню. Короче, Рустам его зовут, если что. Он там много для каких модов озвучку наделал. Довольно прикольный голос у него, кстати, да. Собака. Что собака? А, я живой еще? Ты добил мне барак в башню. Где? Здесь. Вы не видите. Не, я не вижу. Говнюк. Я еще живой, кстати, у меня минометная башня стоит еще, отстреливается. Правую нижнюю башню. Ну ты говнюк. Будешь озвучить кого-то, если они тебя попросят? Если попросят, да, но это вряд ли произойдет. Это надо самому им писать, типа, эй, привет, ребята, я хочу озвучить там юнита для вашего мода. Тогда да. Все. Пам-парапам-папам. Rest in Pepperonis. Ну я фиг знает, я может у Рустама спрошу, как можно поучаствовать в озвучке мода для короны. Поглядим. Что-то, мне кажется, это самая быстрая катка была у нас. Ну, точнее, для меня, да? Типа, тут пустота просто запушила все. Хотя у нас Криокит еще живой. Да, Криокит сейчас победит, наверное. Меня в одиночку Ливер синий замочил. Обратите внимание, вы Криокида вообще... Порталы никто и никак не открывал. Вообще, на протяжении всей игры у меня постоянно порталы открывались. Были, и они меня тупо сожрали. Пару раз буквально открывались. У меня тут, блин. Мода для короны? Не, мода для третьего редалерта под названием Корона. Который я очень жду, и надеюсь, он в этом году выйдет. Мне интересно, откуда мне сейчас звездец придет. У меня барак с 300 жизнями и башней, все. Я сейчас молюсь, чтобы мне прям здесь не пришло, серьезно. Ты сказал мода для короны. Ну, оговорочка. Бывает. Оговор очка. Напиши ник того чела с озвучки. Тяжело это сказать тебе сейчас. Сейчас я залезу. Так, я когда сворачиваюсь, правда, игра висит. Сейчас я в сообщениях в личных посмотрю. Мы с ним как-то переписывались, это было. Я не выдержу. Тут зеленый так, его зовут Рустам. Рустам. Вот, нашел. Не, ну это смерть сразу.
Блин, а где его ник найти? Сейчас, секунду, я попробую, конечно, это тяжело. Вот, серьезно? Да. А, серьезно? Я не знаю, сейчас, доиграем, я напишу. Вы видите, что у меня осталось? У тебя остался барак один и чудовище пустоты, грызущий его. Я бы просто дошел бы из риска жизни у барака и башня полубитая. Сейчас на красный цвет стану. Забыл ливер красный у нас. Я бы спушил, у меня там все на соплях держалось. Капец. Это просто... А кто вообще победит, мне интересно, бот или же Осбанд? Ну, он, кстати, чудовище пустоты сжирает, да, нормально. Ну, фиг знает. Не, меня бы спушили, серьезно. Что его даже пустота не трогает. Бля, три портала по центру, охренеть. Я же говорил, я чувствовал. Что я бы здесь не выжил бы, теоретически. О, мой герой, которого выпустил, черт знает, когда мне еще жить. Денег на героя не хватило, потому что защитил. Так, ну кажется, синий отбился. Кто? Бот. А может и нет. Я рассчитывал, чтобы это был... Не, ну просто лига синий. А, не, отбился. Дело в том, что вот синий в мою сторону барак направлен, а у меня... У вас так, знаешь, у вас как по часовой стрелке, все по кругу идет, так сказать. Мы все в ту сторону, конечно. Только проблема в том, что у ливера синего ближе дистанция от его барака до твоей базы, а у тебя нет. Тебе надо всю зону проходить вокруг. Всю карту. Если бы даже отбился, то это аравом я бы сдушил. Я бы, чтобы барак из-за тебя не был слева. Ну там Джубитас умер, да. Ну все, блин, ну я даже не знаю. Если есть деньги, есть герои, надо выпускать. Когда они подойдут. Не было даже никаких героев. Так, я сейчас быстренько гляну. 4000 золота, не знаю, во что тратить ее. Не, во что. Часовой пошло вообще. Так, мне кажется, спустят быстрее. Офигеть. Не могу найти его ник. К сожалению. Сейчас. Давай тогда по сообществам поищем. По сути, у нас... Я не помню просто, как он пишется, этот никнейм. Ну, серьезно, по сути, 4 фракции, которые запускают ракеты. Это... А, так я могу и в Дискорде глянуть. Точно, есть же у них Дискорд. Хаубибан. Вот у него как ник пишется. Хаубибан. Если тебе это очень интересно, конечно, 411, вот так пишется его ник. Трындец. Я в такие дебри залез, чтобы найти его ник. Кстати. Наконец-то мои войска дошли до него. О, да, сейчас будет интересно. Портал открылся. Вы видите, да? Они дошли, и прям там портал открылся. Черт. Весь план на сварку. Ну, даже не знаю. Есть тут какие-то сомнения у меня насчет того, что ты сможешь сейчас затащить. Но хотя... Вот Джубитас сейчас переагрится, может быть. А Ливер Синий отправил вышку в тебя. Ага. Разве? Вышка, она не пошла. Да это Тирен, думаю. А, это вызвали, да? А, все, я понял. Я думал, он вышку в тебя позвал. Капец, древо войны, оно еще живое. И портал. У тебя еще нора есть, она может попытаться тебе помочь. Портал откроется именно там, ровно в тот момент, когда мои войска подходят к его базе. Ну, что это такое? Подкрутка. Это подкрутка называется. Не, ну это, мне кажется, самая интересная катка за последнее время, потому что здесь у нас пятый игрок победил, по сути. Пустота. Вот просто всех заанигилировал. У тебя 1 из 17, что там открыл, не отпустил портал. Уже по 10 у нас позиций. Для этого спауна. Но, честно, я тебе скажу, вот, не знаю, потом, может быть, запись пересмотришь, я когда загружу это на канал. У меня постоянно, на протяжении, не знаю, минут, наверное, 15 открывался портал по КД в одном и том же месте. Это казино. Да, это гребаный рот этого казино тогда. Честно, у меня портал... Что-то сколько? 4 раза появлялся. 2 раза слева, 1 раз снизу, 1 раз. Не, понимаешь, справа. У меня в одном и том же месте постоянно появлялся портал. Раз в 6 или 8, наверное, постоянно. Вот прям пул был. У меня он уже наполовину базу мою главную сожрал, казарму сожрал, 2 вышки сожрал полностью. Вот все сожрал, один портал. Я не знаю, как это вообще живой еще был. Так еще и выпушили с других сторон. Вообще было весело. Так, теперь порталы, где же откроются они в этот раз?
катали, деревья. Не, если хотите сделать веселую катку, а по центру, если хотите сделать веселую катку с Royal House, берите орков пустоты и берите порталы, все. Веселье обеспечено. Знаешь, как сделать веселую катку? Взять гномов, жуликов, нежить и гоблинов. То есть просто взрывной пати. Ну, кстати, да, можно. А можно еще взять эльфов крови, которые будут, у них здания будут при взрыве выпускать огненные заряды. У гномов так, у гоблинов так же. Только надо самому подрывать, чтобы там тебе 2К влетело. А, ну, у эльфов крови, я помню, у них прикол, когда здание уничтожается, тогда оно вылетает в пухи. Причем не обязательно казармы это должны быть, это все здания. И даже пушки, ну, турели. Если ты не будешь подрать они сами, то там 500 тебе влетит или 1000, а так 2500. Все, ну, не знаю. Похоже, я проиграл. Почему? У меня герой ушел не туда. Не, ну он может сделать круг и чисто теоретически... Последний герой. Портал пустоты, так сказать, не откроется там. Три портала в центре, на ней идут волна 4 уровня, я не могу сверху уже... Но там пустота его грызет еще. Кстати, щупальца. Кстати, интересно, а такие живучие. А, у них атака 6 и защита 6. Ну тогда понятно. Еще и защита дивайн. Героическая. Не дивайн, а диван. Да, может быть и диван, не знаю. Тут как повезет. Защита диван. Диванная защита. Он еще и героя вызвал, охренеть. Два героя. Кого там он вызвал, господи, не вижу. А, Джарода какого-то. А ведь это же пенечка надо убить, когда он... Так, кстати, обрати внимание, смотри. Они ушли, и твои войска сейчас подойдут. Теперь, внимание, вопрос, кто быстрее будет? Твои войска? А, черт, вышли, блин, вышли. Не, ну они могут успеть добить, они успеют добить, наверное. Им надо барак тупо добить. А прикинь, если бы он взял ходячий барак? Блин, они переагрились на юнитов. Брак, ой, портал открылся, очень не вовремя и очень не там, где надо. А, не, кажется, да, давай, Ливер победил, кажется. Говорится, сам взял, сам из пушей. Кажется, Ливер победил. Хотя он может сейчас попробовать, твои войска сейчас могут попробовать. Два героя на меня идут. А там уже опять родились. Ну там твои ребята появились, они могут сдержать. Блин, там вот портал очень не вовремя появился здесь, опять, в том же самом месте, зараза. Если бы снизу появился, было бы классно. Но твои юниты, в принципе, появляются, они могут еще пожить. Да, все, ливай, не выйдет. Не, шансы еще есть. Шансы есть. Если есть юниты в казарме, выпускай. Всех причем выпускай, абсолютно всех. Потому что пока у тебя следующая пачка выйдет... О, а вот и она. Тебе надо их поддержать. Тебе пожить надо. Ну хотя, блин... Они выживут. Не, тут вряд ли уже, да. Тут Фурион. Два героя. Два героя. Ну Фуриона сейчас добьют. С победой Ливера. Угу. Мне кажется, тут все было подгадано. Судьи куплены. Ты подрубил. Мне кажется, да, орк пустоты сам себя уничтожил своими же порталами. Крица хотел насесть. Победил Evil с Ивнув. Не, победили его вообще, победила пустота. Не, победи... Почему? Победил, Ливер победил. Не, пустота победила. Потому что пустота у нас пятый игрок, и он, по сути, самый коварный здесь был.